Немножко о строительстве. Подошли. Наконец-то подошли к финальному, скажем так, этапу. Это кровля. Залит пояс под мерлат. С заходом на капитальные стены. Да. Здесь вот шпилек нет. Вот на этой части. Вот. Они здесь будут через метр высотой. Ну, такая вот общая картина. Капиталка из газика на цемент, основная кладка на клей. Ну и тем, кому интересно, вот такое вот изобретение русской мысли. При помощи специальной пены склеивается блок, высыхает, делается штроба внизу. Та часть, которая будет смотреть вниз, два прута 16 арматуры. Потом она высыхает, переворачивается блок, штробится еще раз, и сюда сверху десятка. У меня стена 400 газ, поэтому две вот такие штуки будут как раз на один проем. Да, в общем, дел еще много, но надеемся, что погода будет хорошая, и все это успеется сделать. Здесь будет фронтон. Хитрый фронтон. Точнее, хитрое сопряжение его с капитальной стеной. Вот в этом месте. Так, так, так. Здесь тоже у нас окно. По проекту здесь должно быть окно. Просто окно. Но когда я посмотрел, что открывается такой вот прекрасный вид. Особенно вот здесь. То решил вместо обычной кровли, мягкой черепицы, здесь забабахать террасу. Все меня отговаривают, но я хочу ее сделать. Попробовать. Терраса около 30 метров. Ну, хотя бы половину ее, чтобы использовать. Да. Ну, почти все по проекту делается. С легкими отступлениями, но все это не важно. Капиталка, еще раз говорю, на газ. Очень много газа осталось. Проект вроде просчитанный, но не до конца. И приняли решение, что кидаем газ. Капиталка. Последние ряды будут выводиться кирпичом и столбики под деревяшки. Вот. Ну, как-то вот общая картина. Вот такая. А ну вот еще одна перемычка. Вот, тоже уже лежит. Внизу два прута, так как она сама по себе не длинная. Два прута 16, два вверху десятки. Все. Все очень просто, делается буквально на раз. Пена единственная берется специальная, она рублей 400 с копейкой стоит. Вот. Вот. Ну и будем готовиться к крыше. Строительный сезон продолжается, скоро отпуск. Но буду надеяться, что с работы дергать не будут и получится поработать самому на стройке. Уделить ей внимание и сделать что-то самому. Получше по качеству, и главное сэкономить немножко денег. Все, спускаюсь. Скоро приедет кирпич. Скоро приедет кирпич красный. И вот это вот кубик газика. И вот там сзади еще железки. Надо все это перекидать в другое место, потому что сюда будет заезжать КАМАЗ 11 метров. Ну, в общем, как-то так. Вот у нас такая лестница, строители сделали. Это балкон. Ну, в общем-то, все обычно, обычная стройка рядовая. Ну, буду выкладывать отчеты. Всем удачи.